Новогодний бал «Вихри снежного вальса» стал одним из самых ярких событий уходящего года. Подобное великолепие традиционно становится возможным благодаря сети свадебных салонов «Сеньорита». Я хочу сказать огромное спасибо организаторам этого конкурса. Балы благодаря Оле стали настолько популярными. Они проводятся не только в Димитровграде, а во всей нашей Ульяновской области. Молодые люди не только кружились в вихре танцев 19 века, но и зажигали под современные композиции. Живая музыка стала еще одним сюрпризом бала. Бал просто прекрасный. Столько кавалеров очень красивые в костюмах. Не каждый день такое увидишь. Все девушки такие загадочные и красивые, что хочется просто с вами потанцевать и угадать, кто же это. Финалом бала стал выбор королевы вечера. Руководители сети салонов «Сеньорита» вручили изящное колье Оксане Улейкиной. Евгения Кременская, Евгений Рафеев. Новости Димитровграда.